Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, это продолжение проекта Путь Шелли. Это тот проект, где я апаю кубки, и при этом у меня все персонажи на аккаунте практически новые. Но единственный косячок, вот не знаю, как так вышло, динамайк у меня не новый, не знаю почему, но в любом случае на динамайке 0 кубков, и всегда будет 0 кубков. И остальные персонажи все абсолютно новые. Только Шелли получается... У меня на 500 трофеев, но при этом у меня на аккаунте почти 4000 кубков. И таким вот образом я хочу поднять 14500 трофеев. Выбить всех бравлеров, и все бравлеры у меня будут бойцы новыми. Ну вот видите, только динамайк будет не новый, и Шелли, естественно. Ребяточки, я вас очень прошу, поддержите лайкосом, если вы ждете эту рубрику и вам она нравится, потому что, ну, я стараюсь успевать на всех проектах, чтобы все записывать, но вы видите, как у меня много всего, много каналов, плюс личная жизнь и прочее-прочее. Я вас очень прошу, просто поддерживайте. Путь Шелли реально такой проект сложный в плане аккуратности, то есть мне случайно нельзя зайти там в меню, вот сейчас нажимаю, и случайно не нажать на нового бравлера, вот, а руки так и чешутся, вы не представляете. А они все должны быть новыми. Но при этом я должен всех бравлера выбить. Короче, я сейчас апну 4000 кубков, соберем награды и, возможно, откроем боксики. Выбираем режим соло ШД и поехали, друзья, в бой. Надеюсь, вы лайкосик свой царский завезли. Короче, жду вас сегодня на стриме, если вы хотите стрим, опять же, сегодня на стриме будем развивать проект Путь Спайка на 1000 кубков. Это, кстати, очень весело будет, я вам отвечаю, будет жаришка-жаришка. Правда, мне что-то кажется, что там до определенного момента я смогу в ШД, а дальше у меня попа сгорит, потому что все тимятся, поэтому пойду в 3 на 3 или в дуо будем катать. Так. Запомню, что у меня персонажи первого уровня, поэтому как бы я ни старался, все равно я буду слабее своих соперников по прокачке однозначно. Так, можем ящик забирать, отлично, да. Так, 6 бойцов, отлично. Мне надо 3 кубка, ребята, 3 кубка до 4000. Так, я помогу забрать ее. Оп, оп и оп. Ну, забирай. Ай-яй-яй! Нет! Да ёпта е-моё! Почему всегда остается один бой и... Три пятерки, ё-моё. Ладно. Так, сколько нам надо? 4 кубка. Ну, поехали, поехали. Блин, как всегда. Я вам отвечаю, ребята. В игре есть какой-то заговор. Как только тебе остается одна игра, просто что-то происходит во вселенной, и у тебя не получается эти последние кубки поднять. У меня так постоянно, блин. Да, блин. Почти забрал. Так. Блин, я не понимаю, как я мог проиграть. Все шло по плану, и вдруг я слился. Надо же было от Тары сдохнуть. Вы видели, одна тыка, ульта и все, и меня нет. А, так. Блин, мне хотя бы баночки. О, могу я тут вам помешать, ребятки, выяснять отношения? Не, не могу, я понял. И тут не могу, я понял дважды. Блин, что-то я вообще не пойму, где мне банок взять? Куда мне деться? Где мне спрятаться? Где мне постоять? А если я с ульты залечу первого уровня, хватит мне? Блин, у нее тоже ульта. О, кстати, классно. Оп-оп-оп. О, прикольно, даже не ульта. У Ниты большой урон, лучше не рисковать. Так. О, прикольно. Что, примат даже его не вынес? Ну, дурак. Так, опять 6 бойцов осталось. В этот раз нельзя затупить. Блин, мне так хочется реально кого-то вынести. Ну, не люблю играть, чтобы, ну, не знаю, побеждать, когда... Без тебя все это делает. А, опять от Тары. Блин, два раза умереть от Тары. Это ли не ведьма, ребята? Мне прокляли. Плюс 2. Да что происходит? Я на самом деле могу спокойно выиграть эту катку. То есть спрятаться в кустах и дождаться, когда все сделают за меня. Но хочется, блин, экшена. Хочется прям самому пойти, да, повоевать. Ладно. Следующий бой. Let's go. О, отлично. Сейчас будет 2 банки. Правда, я буду 3 дня их убивать. Видите, да? По 1500 урона. В начале. Так, хорошо. Блин, реально, я в конце этого проекта хочу Шелли вывести на 1000.
на 1000 кубков, всех персонажей собрать, 14500, короче, реально, ну... Этот проект даже не буду торопиться расставаться с ним. Я буду на нем, ну, апать много кубков. Может, 20 тысяч буду апать, не знаю. Ну, лично мне этот проект очень нравится. Не знаю, как вам. Хотя, не получится. Какие 20 тысяч кубков, господи, я забыл. Тут же все будет первый уровень. Не получится. Мне бы 500 бы поднять еще. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты че пришел вообще, не понимаю. Тебе мало твоих банок? Урод. Все, отлично. Нет, Роза, нет, Роза, у нее километр дистанция, блин, своими шипами. Фух, есть. Прятались тихонечко. Да твою мать, гля, просто все на меня. Бул на меня с ульты, бык на меня с ульты, Шелли на меня с ульты. Не попал, да? Примат, во. Я всегда, когда, ребята, думаю, что, как поступить в катке, всегда оговариваюсь, всегда абсолютно. Оп. А, ну все. Это 4000, ребята. Это 4К. Yeah. 4К разрешение. Так, ну что, давайте мне любого. Теперь я точно уверенный в себе. Короче, давайте. Даже тебя вынесу. Иди сюда. Ага, кольт, хорошо. Давайте кольта встретим. Че он тут? Блин. Не, кольт, если ульту набьет, то, в принципе, махач будет... Махач будет сильный. Так, ладно. Надо как-то через стеночку к нему подходить. Но мне одна тыка и до свидания. Минус прическа. Так. Ну что, выходи. Выходи. Где она? А, вот она. Ну ладно. Побегаем. Да блин, вообще урода нет. На ульту просрала. Че, возьму топ-1, как думаете? Так, а по хп я проигрываю, вот что хочу сказать. Она хочет меня выиграть именно тем способом, что и нас убьет дым. Неплохая тактика. Сдохни, блин! Ты ж смотри, какая хитрожопая. Бегает от меня. Реально, надо было ее валить сразу. Фух, ребятки, ну что ж. Сейчас будет 4000 уже на Шелли. Блин, я так рад. Конечно, не так быстро развивается проект, как хотелось бы. Потому что помимо этого проекта еще другие у меня есть. Ну все, 4000, друзья. 4000. Ничего не понял. А, во, все. Смотрите, я думаю, капец, как это собрана награда. Смотрите, сейчас собираем наградики. Далее, откроем сундучки и нас ждет новый перс. Нас ждет новый перс. Поехали. Конечно, этот боец уже собрал максимальное количество. Капец, я могу Шелли прокачать на... Да, ребята, это, думаю, попозже. Шелли прокачаем на 9. Так, давайте забираем вот это. Есть, собрать вот это. Чикс, есть. Далее собрать вот это. Чикс, 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 есть. Далее собрать вот это, есть. Далее собрать вот это, есть. Так, ребятки, поставьте лайк, чтобы сейчас дропнулся новый боец. Я вас очень прошу. Просто, вы знаете, даже не пытайтесь меня переубедить. Вы знаете, что так как только вы ставите лайк и подписываетесь, сразу происходит чудо. Смотрите. Оп! Ну, конечно, как кто-то лайк не поставил, можете дальше ничего не говорить. Кого прокачиваем? Я даже не знаю. Лег у меня нет. Давайте мистера Пи. Господи, хоть бы случайно не нажать на нового бравлера. Так, ну что, ребятки, новый боец, новый боец. И прикольно. Так, вот это убираем. Вот это сюда. Все. Найс, найс, найс. Так, есть. Что дальше? Открываем сундуки или не открываем, или копим? Да давайте откроем. 33 бокса за то, чтобы выпал новый боец. Поехали, друзья. Я их специально подкопил, чтобы реально дропнулся новый бравлер. Но там следующий бравлер эпик, поэтому такое себе. Но если выпадет, я буду шокирован, отвечаю. Так. Я специально вот неделю где-то ничего не собирал здесь, чтобы потом вот за один выпуск поднакопить. Ну ничего, скоро раборубка, скоро мы на этом аккаунте фарманем знатно, пацаны. Так, есть 16. Так, 15. 11. 9. Так. 4.
Один и... И все. И последний сундук. Хоп! Да. К сожалению, пусто. Но, дорогие друзья, на данном аккаунте уже 21 боец. Уже 21 боец, и посмотрите, они все новенькие. Они все как только с витрины. Они, ну, свеженькие. Но при этом у нас уже 4000 кубков. Блин, я обожаю, обожаю такие, такие моменты, когда... Ну, блин, не знаю, есть какая-то особенность, эксклюзив и изюминка в этом. Подписывайтесь, ставьте лайки, продолжаем. Следующий у нас, что у нас дальше, 5000. Ребята, первый первый мегабокс, это реально пушка. Давайте, лайки, подписка, колокольчик, всем удачи, всех целую, обнял. До новых встреч, увидимся на стриме. Дайте вас, любимые мои, я вас очень люблю. Спасибо, что вы есть, приходите сегодня на стрим. Пока, мои маленькие и большие. Люблю вас.